Друзья, всем привет! Охренеть. Сегодня с вами на канале Твой Игровой Денис, Вова, Славик и Филипп. И мы поиграем в настольную игру «Золотой бум». Если вас эта игра заинтересует, вы знаете, где ее купить. По нашей ссылочке в описании можно перейти в фирменный магазин Hobby Games, посмотреть там игры. У них есть разные, самые разные для любой компании, любых вкусов и предпочтений игры. Также есть аксессуары для настольных игр. В общем, покупая игры по нашим ссылкам, вы очень помогаете каналу Твой Игровой в развитии. Итак, мы в этой игре представляем золотоискателей, которые пришли в шахту. Зачем они пришли? Конечно, чтобы добыть побольше золота. Что мы будем в этой игре делать? Смотрите, в конце игры, когда у нас пройдет 12 раундов, часы пробьют полдень или полночь, мы закончим игру и посчитаем. Здесь есть вот в шахте у нас накиданы жетоны золота и жетоны золота дураков. Перип это называется. Каждый жетон золота и перип считаются по одному победному очку. Ну и, соответственно, у кого будет больше, тот и побеждает игрок. Как у нас игра проходит? В начале мы берем вот эти вот у нас динамитные шашки есть и бросаем их в шахту. Когда жетончики вылетят, мы все одновременно одной рукой по одному жетону собираем. Здесь, кстати, есть прям клятва, короче, этого золотоискателя, смотрите. Прежде чем бросать свой динамит в шахту, сожмите его покрепче и хором произнесите торжественную клятву старателя. За мной повторяем. Всегда брать жетоны одной рукой. Всегда брать жетоны двумя рукой. Собирать только жетоны, лежащие лицом вверх. Собирать все жетоны, которые лежат у него вверх. Можете не повторять, заколебали. Никогда не брать из шахты больше одного жетона за раз. То есть нагребать нельзя. Всегда брать все жетоны из шахты сразу. Признавать право забрать жетон за тем игроком, который первым коснется его пальцем. Хоть мы и на Диком Западе. То есть, кто сильнее всего. Ну да. Не переворачивать лежащие рубашкой вниз жетоны. Логично. И верить предупреждениям соперников о змеях, крысах, летучих мышках и привидениях. А если я не прав? Если я нарушу эту клятву, обещаю сбросить все собранное в этом раунде золото обратно в шахту. А шериф посадит меня в тюрьму, и я больше не смогу принимать участие в этом раунде, клянусь своим динамитом. Клянусь Денисовым динамитом. В общем, смотрите. Когда мы бросим все туда динамит, взрыв, после этого поиск золота, мы набираем, пока все у нас жетончики не будут перед нами вот на этой вот площадке выложены. Потом применяются свойства предметов, мы это на примере разберем. И, соответственно, следующий раунд начинается, переводим стрелки часов. Смотрите, как у нас проходит... Что? Ты не слушай меня. Да, у нас у каждого есть особенность, у каждого персонажа. Каждый из нас не боится одного из обитателей шахты. Дело в том, что здесь среди золота и прочих предметов встречаются змеи, летучие мыши, крысы и привидения. Когда я увижу привидение на одном из жетонов, я закричу: «Осторожно, привидение!» Все остальные игроки, вместо того, чтобы хватать жетоны, должны взяться за голову и так сказать: «Помогите!» И, короче говоря, они в это время не могут, на меня это привидение не действует, я не боюсь. То же самое, если Денис увидит крысу, Вова летучую мышь и Славик змею. Все, погнали. Раз, два, три. Осторожно, крыса! Помогите! Осторожно, змея! Помогите! Все? Все. Смотри, да, теперь мы вот эти поворачиваем обратно. И вот эти, которые кладем. Предметы есть у кого-то? Ты не охренел ли? Извини, я два динамита взял, мне мало. Нет. Предметов нет. Жетоны обитать шахты. Все, значит, действия у нас не производятся. Все вот эти жетоны и вот это перит, золото дураков и обычное золото сгребаем вот сюда и переводим стрелку часов, и у нас следующий раунд. Да вы запарили. Осторожно, змея! Помогите! Я же слышу, что Славик слепой. Там привидение. Осторожно, привидение! Помогите! Все откопали! Я, кстати, не увидел его. Потому что он так упал, что... Чуть не мешать. Вон, ну туда один улетел. Вот так. Предметов снова ни у кого нет? Нет, у меня золото только. У меня дофига предметов, хорош. Блин. Я уже сыпал.
Ну, у тебя предмет какой? Кирка? Кирка. Пять штук переворачиваю. Беру. Они на наши, его предметы не действуют на наши, поэтому можете ссыпать. Смотри, кирка. Кирка. Он переворачивает 5 жетонов, и все золото, обычное золото, забирает себе. Угу. Вот эти два золота, правильно? Да. Да, перит не забираешь. Все. Это у нас обратно уходит. Это прям сюда или вот здесь лежит? Кирку применил, динамит применяй. Кирку. Динамит. А по кирку обратно? Кирку обратно, естественно. Ну, подожди. Динамит еще раз кидаешь. Еще раз кидаешь, да, и все золото себе собираешь. Золото. Только золото. Только золото. А перит? Перит нет. А. Слишком жирно. Да, золото дураков он не берет. Динамит верни назад. Все, вот это все возвращаем обратно. Там змея и крыса. Тут есть еще значок шерифа, я очень надеюсь, что он нам выпадет. И я револьвер. Надеюсь, нет. Ну, сыпь золото. Следующий раунд. Ты забыл свой динамит. Я? Подожди, я сыплю. Раунд посчитал? Третий, все правильно. Давай. Раз, два. Да вы запарили! Осторожно, крыса! Помогите! Все, что ли? Все, у меня попадал динамит, но еще жетоны. Внизу упало не считается. Это мы просто обратно возвращаем. То, что вниз упало. Стоп, у меня есть револьвер. Давай. У меня динамит. Так, у кого больше в этот раз? У меня три. Ну смотри, сначала динамит, кстати, работает. То есть они действуют, видишь, по порядку. Первый кирка. Кирка, второй динамит. И здесь тоже порядок действий написан. Давай, сначала ты своим динамитом фигач. Осторожно, призрак! Сейчас не важно. Потому что это только для него. Возвращаемся обратно. Динамит ты скинь тоже. Давай сюда. Так, револьвер у меня. Значит, револьвер. Я могу вызвать на дуэль любого игрока. Из своих жетонов. Он берет два и может оба жетона в одну руку положить, в закрытую, может их распределить по-разным. За спину их заводит, и я, значит, выбираю, из какой руки мне достанется. То есть он может сделать ставку на то, что я не угадаю руку, мне ничего не достанется. Может их разделить по одному в обе руки. И со спины? Да. Это правило, давай Дениса на дуэль вызываю. Револьвер. Давай, угадывай. Ну, золото забрал. Ну все. А, золото не пить. Ну это не важно, потому что просто один достался мне. Все. Он ничего не выиграл. Значок шерифа есть, вот мы его только еще не посмотрели. Значок шерифа, если кто-то его возьмет, то он заставит всех остальных игроков золото дураков вернуть обратно в шахту. Время переводил. Четвертый, нет, не переводил. Погнали. Раз, два, три. Осторожно, привидение! Помогите! Оставили за чем мышь? Помогите! А ты схватил до того, как я сказал. Уже схватил за чем-то, ну ладно. Ты сказал осторожно, после того, как ты закончишь фразу, я сказал, хорошо. Нормально. Я взял себе только револьвер. Я себе только. Знаете, бросайте. Зараза. У тебя значок шерифа? Подожди, подожди. Значок шерифа раньше работает. Давай. Ну и что, и кого ты надо? Стреляй! Вову! Давай! Шмальнем, давай! Один. Давай! Уже. Тут! Нет! Ладно. 5 часов. Раз, что-то у меня. Два. О! Да вы запарили! Да дайте мне! Че, ничего нету? Змея! Змея! Помогите! Ничего больше нет! Офигенно поработал. Змея должен был он говорить. Ну, я не ничего не взял. Я шериф, так что сбрасывай. Никому ничего не досталось. Шериф. Подожди, надо там что-то мешать. Дайте динамит. Тихо. О, перед. Ну что? Раз, два, три! Моё. А, блин. А вообще-то всё. Призрак, крыса как бы. Я не вижу ничего. А, я тоже. Это привидение, ну не важно. Да, ну не важно. Но только не привидение, а осторожно привидение. Осторожно привидение. Осторожно привидение. Уже не важно. Осторожно, шериф. Сбрасывайте. Да блин. Есть у кого что? Вот, господа. О, его. Хорошо. Давай. Это! На! Дуэль на этот. Нису не везет на дуэли. Ну не везет, ну а что делать? Мы его не видели. Старт. Внимание. Марш! Осторожно, летучая мышь! Помогите! Помогите! Ты что слабенько вообще? Ни черта больше нет! Есть. А просто отпрыгнул Денис. Так оно сложно золото достается. Есть у кого предметы? Нет. Нету. Восьмерочка. Ну и же тут все меньше и меньше надо. А есть тут жетоны, которые... Которые вообще никакие, да? Да, камни с обоих сторон. Раз, два. Пошли вы. Динамит не взял.
Где? Все, ничего нет? Там, алло! На пол что-то улетело. Нет, у меня упал. Вот там три жетончика. Так, у Славика револьвер, но сначала Денис динамит применяет. Дай бахнуть. Динамит. О. Ну, поразевали. Только золото. Ни черта. Ничего не выбил. Ну, мало уже, видимо. Славик, кого на дуэль? Будет два, наконец. Меня? Ну, давай. Будет два целых. Давай, два и один. Давай. Рискни. Да, забирай. Ох, спасибо. Ох, нифига себе. 9 часов. Где мой динамик? Да. Раз. Два. Два. Осторожно, крыса! Помогите! Осторожно, это еще мышь! Помогите! Забрал. Есть предметы? Нет. 10 часов. Раз. Подожди, стой. Подожди. Да, вот так. И вот, подожди, револьвер на перевернуть. Раз, два, три. А! Осторожно, летучая мышь! Помогите! Помогите! Да, а больше ничего нету! Печально! Ничего нету! У Вовы там кирка и пистолет. Похаркуем по чуть-чуть. Давай. Кирка это 5, переворачиваем. Раз, два, три, четыре, пять. Ничего не собрал! Одну нашел. У меня золото только у меня. Давай, стреляться будем! Влево! Это вот это? Это вот это. Это что? Это золото. Твое. Кидай себе. Отжал у меня золото. Раз. Два. Три. Осторожно, летучая мышь. Осторожно. Помогите. Помогите. Все. Змея, кстати, летает. Помогите. На пофиг. Это не важно. Это не важно. У нас последний ход. Нет, дуэль. А, кого? Сначала шериф. У меня нет ничего. У меня ничего нет. А на дуэль, да, на дуэль никто ничего не взял. Да, последний ход, ребят. Подождите. Все порасхватали жетоны, а золото никто не брал. Раз, два, три. Осторожно, привидение! Осторожно, помогите! Помогите! Это ужасно. Так, первая кирка. Переворачивай опять. Нет. Золото уже все забрали. Да, кстати. Походу, да. Осторожно, мышь! Помогите! Так, у меня динамит. Это зря, ну ладно. Или их не надо переворачивать? Да пофиг. Осторожно, призрак! Все, считаем. О, у меня золото. Все, это последний ход? Да, все, считаем. О, изи вообще. Смотри, я всех выиграл. Раз. О, я, кстати, пустую собрал. Зачем-то. 16. 18. Денис. 18. При равенстве тот, у кого больше золота. Поехали. Ну, я не участвую в этом сами. Слушай, примерно поровну, кстати, разделили. Очень сбалансированная игра. Ты офигел? 5! У Дениса больше. Нет, 3, 11. А у тебя 12? Славика поздравляем с победой. Спасибо. Лучший золотоискатель. Тут есть, короче, золотая. Подожди, если 3, 6 и этих 12. 18. Все еще. Все, да. У меня 7 этой. Лучший золотая на Диком Западе. Тут есть особые свойства. Как сделать игру еще веселее. Короче, если видите летучую мышь, все кричат «Вон отсюда!», делая прогоняющий жест. Змея шипят 2 раза и хлопают в ладоши. Крыса складывают руки за спиной и пищат. И призрак закрывают глаза обеими руками и завывают. Но мы не будем с этим. Мы не будем это делать. Ну как бы если хотите, то можете, да. Да, пишите в комментах, надо оно вообще. Надо оно вам или нет. Вот такая у нас сегодня была замечательная игра. Золотой бум. Вот это самый офигенный момент. Ну, не, да. Игра реально очень веселая, прикольная. Веселая, прикольная, да. 20 минут и вояж. Приключения на 20 минут, зашел, вышел. С детьми вообще огонь. Я думаю, дети просто кайфовать. После этого надо посмотреть вокруг стола. Очень внимательно проверяйте, да, пол после игры. Все, с вами были канал Твой Игровой. Всем пока. У-ху. Помогите! Помогите! Я для нас считаю. Меня здесь держит сила. Золотой пук. Трах, бабах и тру-ля-ля. Осторожно, це змея. С динамитом не шути, Вову в лоб ему гости. Мы с тобой
старательно искали золото среди камней. А нашли на дне пещеры пару дохленьких мышей. Ты у Славика спроси, почему на лбу звезда? Динамитом прилетела вот такая вот игра.